Разговаривать, пока мы с вами тут разговаривали, здесь какая-то идет новый разбор чучела. Разобрали чучело. А, чучело в огонь несут, я понимаю. Так. Вот так. Ага. Перед этим мы разбирали, мы брали тут ленточки, вербу. Чучело сжигается. Сжигает чучело. Острого дівчата несуть у воду. Ай, сила молодецька хлопчача. Вогонь хлопчачий в воді побуває. Хай зашкварчить, хай запече. Хлопці, чоловіки, хай сила ваша яра у воді розтане. Сжигаем чучела. Что чучело, интересно, означает? Это символ чего? Наверное, неудачи, символ неудачи, наверное. Мужская сила, чтобы как жертвоприношение. Ага. Да. Классно. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. Напоминаем, мы с вами находимся на празднике. Праздник Купала, все никак не могу забыть, что это Ивана Купала, праздник Купала, на котором мы пытаемся понять, что происходит с этим процессом и рассказать вам более подробно, чтобы вы познакомились с этим праздником, даже как мы, что мы здесь ничего не знаем, хотим узнать и уже больше о наших славянских праздниках, поскольку мы есть славяне и хотим знать наши славянские праздники. Вот девушки ходили, снимаются на матаже. И вот тут у нас все знакомые лица. Также хотят. А где ваши веночки, матаджи? Где ваши веночки? Уже уплыли? Отлично. Вам будет плохо видно, лучше наоборот оттуда, от света. Вам лучше стать сюда, и вас бы, чтобы снимали оттуда, да, потому что здесь. А костер тогда вот не видно вас? Вас же не видно. Солнышко против солнца, против света. О, я так понимаю, что у нас чучело пошло топиться. Надо посмотреть, что же, где, куда, что с чучелом сделали дальше. Матаджи сидит. Ворожит это. Матаджи явно ждет своей удачи. И она обязательно к ней придет. А мы продолжаем следовать традициям. А скажите, пожалуйста, что там пошли сейчас, топить кого-то? Да. Чучело. А вот скажите, пожалуйста, вот чучело, которое сожгли, это означает, что это означает? Это символ? Это символ соединения женского начала и мужского. Мужское – огонь, женское – это вода. Угу. То есть женское соединяется с огнем, а мужское соединяется с водой. Женская это Марена. Марена. Да. В виде чучела. Символ женского начала. Марена. Да. А символ мужского начала коструб. Коструб соединяется с противоположностью. Коструб это огонь, а Марена это вода. Да, вода соединяется с огнем, а коструб соединяется с водой. Тем самым соединяются две энергии. Да, противоположности. Здорово. Я благодарю вас. Пойду посмотрю, что там они, как они соединяются. Энергии. Угу. Можно вас узнать, какую энергию вы соединили, скажите, пожалуйста? Вы так загадочно стояли возле костра. Это вы какой-то обряд, какие-то молитвы читали про себя? Я читала молитву и напитывалась силой вот этого волшебного огня. Надеюсь, что на весь год. Да. Следующего купала. Это здорово. А как вы это делаете? Куда определенные молитвы вы знаете, которые нужно произносить? Можете нам сказать? Ну, прям вот определенные молитвы нет. Я просто стояла, напитывалась энергией огня и просила как бы у огня. Ты просто от сердца, можно сказать, своими словами, да? Да. Здорово. Благодарю вас. Как вас зовут? Владимира. Владимира? Владимира. Владимира, здорово. Владимира, спасибо вам огромное за ваше приятие. Благодарю вас. Здорово.
Вот мы уже немножко больше знаем. То есть соединяется мужское и женское начало, когда в костер бросается, значит, чучело женского олицетворения, соединяется с ним самым, что огонь – это мужское, вода – это женская. А чучело, которое бросает в воду, вот сейчас вы ее бросили, это чучело олицетворения мужской энергии, соединенное с женской энергией. И женская энергия, как мы уже знаем, это есть вода. Поэтому соединив эти две энергии, мужскую и женскую вместе, она получается единая энергия, которая, в общем-то, и создает это чудо, это единое соединение мужской и женской энергии. У меня палатка есть, все спали. Отлично. Замечательно. All right. И это все на берегу города, на берегу реки Днепр. Под чучело также ныряют. А, это, наверное, тоже какой-то обряд. Вот, молодец ныряет под чучело, а это у нас женское начало. А не, excuse me, вообще-то да, это мужское начало. Чучело, брошенное в воду, это мужское чучело, мужское начало, а вода, сколько это есть, женское начало. Поэтому, соединившись, мы получаем... здорово. И здесь замечательно обряд. А вот удачливые девицы красные, которые нашли своих. Нет, не знаю, нашли или не нашли. Но они снимают нас. Да. А когда говорили, скажите, когда венки говорили с венками, нужно от девиц венки ловить, когда они будут бросать попозже, да? Еще будет бросать, да? Да. А, то есть ничего не бросали. Ага, вот так вот, здорово, замечательно. Мы продолжаем поход вдоль нашей речки Днепр, где только что был обряд соединения мужской и женской энергии. Замечательно, замечательно. Против солнца ничего не видно. Мы поворачиваемся, и вот мы на берегу город Днепр. Город Днепр. Город Киев. Река Днепр. А вот у нас видна церковь. О, Никольская, если не ошибаюсь. Простите меня, если я ошибся. Но это Подол напротив нас. Подол. Да. Это пешеходный мост на Труханном острове. И мы находимся на Труханном острове. Для тех, кто не знает, какие красивые венки смотрятся вечером, очень даже красочно они, кстати, смотрятся. Здорово. Замечательно. Ну что ж, пойдем дальше к костру вернемся, посмотрим, что же там у нас происходит. Сделаем паузу, поставим на паузу.